Здравствуйте, друзья! С вами Серафим. И сегодня, как всегда, в рамках нашей любимой рубрики «Вы должны это попробовать», я вам, не нарушая традиции, что-нибудь интересное да посоветую. Так вот, сейчас у нас осень, пора дождей, сырости, хмурости и серости. Но нас не должно это особо волновать, потому что у нас есть отличный выход, отличный вариант. Кроме тех вариантов, что вы уже знаете, это посидеть перед компьютером поиграть, либо посидеть под одеялком, посмотреть киношку какую-нибудь с плюшками. Вот. Да, все это хорошо, но я вам посоветую кое-что поинтереснее. Периодически, вот в моменты таких дождей, возьмите с собой чашечку вкусного чая, тепленького, желательно травяного, ну или какой вам нравится. Возьмите кофточку и штаники, ну либо там в одеялко закутайтесь. Выйдите на свой балкончик, причем это может быть как обычный, вот как у меня какой-то древнедопотопный балкончик а-ля развалюха, либо может быть какой-нибудь навороченный балкон, либо может вообще у вас нет балкона, и вы просто откроете окошечко и посмотрите на дождик. Так что же нам дает, какие плюшки этот наш выход как бы на улицу? Ну, во-первых, вы можете посмотреть вдаль, расслабить свои глазные мышцы, так как все мы засиделись перед мониторами, и у нас они как у вампиров краснючие бывают, ну, может, у кого не бывает, но у меня бывает, я много сижу. Еще мы дышим свежим воздухом, а это очень-очень важно для нашего с вами здоровья. Потом, ну, во-первых, мы расслабляемся, просто присев на что-нибудь мягкое, удобное на балконе, ну, или возле окошка. Есть возможность забыть о том, что у нас, нашу голову что засоряло, и подумать о чем-нибудь, ну, скажем, там, более интересном, либо о будущем. Обычно у нас что-то в голове, там что-то кто-то наругал, накричал, где-то что-то не получилось, то есть все это у нас в голове остается, и это надо выкидывать. И это самое лучшее место и самый лучший момент, чтобы все это очистить, выкинуть. Здесь вы можете посидеть, подумать о будущем, подумать, помечтать о чем-нибудь. То есть это очень-очень полезно. Вот, в принципе, советую настоятельно попробовать это. Так что, если у вас идет сейчас дождик, и вы дома, вам не нужно никуда идти, я надеюсь на это. Выйдите на балкончик или откройте окошко. Оденьте теплый свитерок, штанишки и возьмите чашечку вкусного душистого чая, тепленького. Сядьте, расслабьте свои глаза, мышцы, нервы, мысли и насладитесь просто величием этого релаксационного момента. На этом у меня все. Я буду в следующих видео вам еще что-нибудь такое интересное советовать. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях свои варианты, или если вы тоже такое пробуете, то ваши отзывы о том, как нравится вам так или нет. Все, пока и до встречи в светлом будущем.